Всем привет! Сегодня я вот нахожусь на разведке маршрута. Мы на Ниве едем, смотрим участки, прежде чем составить полный трек к урочищу 2024. Смотрим, где есть дороги проезжие, где нет, а потом уже трек будет полностью проехан. В общем, сегодня такой вот у нас разговорный влог. Расскажу о новостях. Первая новость, и она же главная, это мы запустили сайт урочище.org. Ссылка есть в описании, заходите, регистрируйтесь. Пройдите, пожалуйста, по остальным разделам, там есть ответы на разные вопросы. По поводу оплаты уточню, почему-то ссылка на оплату через Тинькофф, не у всех проходят деньги, только, видимо, с Тинькофф карт. В общем, оплачивайте по номеру телефона, он вам будет приходить на e-mail после регистрации. Вообще, заходите после регистрации на мыло, смотрите, там также дополнительная информация. Различные ваш номер и все такое, и координаты, собственно, место проведения мероприятия. Следующая новость — это постройка тропы. Мы практически все доделали, уже приступаем к строительству в лагере. Тропу доравниваем, убираем какие-то кусты, надо еще подкосить, и, собственно, будем уже делать спуски к воде, обустраивать все, завозить стройматериал. В том месте, где будет урочище, там с стройматериалом не очень, поэтому все придется сюда привезти, чтобы построить сцену и декорации. Ну вот, сегодня предпоследний день достройки тропы. Здесь будет проходить финиш урочища. То есть в таком красивом месте, которое мы выбрали, вы будете завершать всю гонку, чтобы по максимуму вкусить, что ли, всю красоту Притомья. С апреля месяца, может быть, с мая, я уже не помню, мы здесь роем. И вот сейчас мы приводим это в финал, настолько, сколько можем. Выкосили траву вокруг, выравниваем тропу лопатами. В принципе, нам остался последний участок, и завтра еще подровняем с утра. И на этом часть с тропой будет завершена. На самом деле, большая радость ее доделать, увидеть весь масштаб своих трудов. Но это классно. Когда-нибудь мы сделаем еще ее больше, надеюсь, она вам понравится, ее начнут катать активно. И это место расцветет как-то по-новому. Ну и вообще, здесь невероятно красиво, здесь чего только нет. Это очень близко от города, но здесь какая-то своя такая дикая природа. Здесь растут растения, которых нигде больше нет, кроме как на этом участке Томи. Здесь есть животные, мы и лосей тут видели, и косули, и сурки здесь неподалеку живут, и птиц разных. Даже иволгу как-то видели вот весной, в конце мая, что ли, по-моему, желтая, как попугай. В общем, классные места, они такие какие-то очень благодатные, что ли, хочется их как-то улучшить. Сегодня пока копал, увидел вот здесь буквально сразу за мной две березы. Думаю, если здесь качели построить в будущем, чтобы ты едешь, раз покачался. Ну, вообще супер, я прям кайфую от этого места. Thank you.
Вчера доделали довольно большой участок тропы, дочистили ее. Девчонки вчера с нами очистили тропу, врезали кусты к реке, чтобы вы могли спокойно спуститься. Довольно большой объем работы за вчера сделали. Сейчас примерно 7 утра, и мы пойдем дальше доделывать тропу, последний участок. Нужно убрать последнее дерево оставшееся с дороги, чуть подкопать, выровнять, и в общем-то все будет готово. Ну и потом остается достроить лагерь. Вчера еще место под туалет сделали. Приедут ребята, вот скоро в течение часа покосят все вокруг. Не знаю, покажу ли момент выкашивания травы в лагере. Может быть, буду занят на строительстве тропы. Хотел сегодня прокатиться на велике и заснять все, но не взял крепление на грудь. Вот, так что проездка будет потом, скорее всего. Вот, ну, может быть, покажу какие-то отдельные моменты, но сам в любом случае покатаюсь, расскажу впечатление, как едется. Остаются последние метры строительства трейла. Духота ужасная. Когда проснулись, было хорошо, тучки, прохлада. А здесь мы сейчас в долинке находимся, как будто в тропиках. Работа идет, помощь приехала. Сейчас все докопаем, и на этом уже все. Thank you.
Ну все, тропа достроена. Счастью нет предела. Делали мы. Ой, я даже не знаю, за сколько выездов. Ну, выездов 10-12 как будто было для того, чтобы построить почти километр тропы. Но мы справились. Я ее сейчас проехал, записал Страву. А как бы ссылка на мою Страву, на этот участок, он будет в описании к этому видео. Пока гонки нет, приезжайте, раскатывайте ее чуть-чуть. Мы как могли ее равняли лопатами, но нужно еще докатывать. Я пролетел, там первая часть вообще едется быстро. Можно поворачивать, иногда не видно, что за поворотом, но все проезжается, не вылетаешь. Проезжал я ее на сингле, на своем шульце, очень понравилось. Вторая половина чуть-чуть надо дозакрутить, а потом снова вниз. И уже потом выезжаешь на старую квадродорогу и сюда в лагерь. Вот только недавно пришли, устали. Весь мокрый, грязный. Сейчас пошли докашивать тропу, ведущую именно к реке. Вчера убирали кусты, а сегодня косим траву, потому что там наросло всего, ой, уйма просто. Но когда вы уже придете в лагерь, можно будет спускаться к реке свободно. Там еще сегодня ступеньки копают. Приехал наш друг помочь. И вот он как раз занимается этим делом. Потому что там довольно крутой склон в одном месте, и нужны ступеньки небольшие. Место для купания тоже отличное. В отличие от прошлого года, правда, дно каменистое, но тем не менее, вода проточная, виды хорошие. В общем, думаю, вы отлично проведете время в нашем лагере. А сейчас я иду по тропе, которая ведет к реке. Вчера она была полностью заросшая кустарником и травой. А теперь здесь можно спокойно спуститься. Даже при желании съехать на велосипеде. Конечно, до самой реки на велике не съехать. Там довольно крутые участки есть в конце. Но тем не менее. Сейчас нахожусь возле реки, достроили спуск, тропинку, даже сами такого не ожидали, что получится такой результат. Буквально в камнях вырезали ступени, сейчас покажу. А в некоторых местах вот так выложили, ступеньки выложены камнем, чтобы вам было по красоте спускаться. Ну а здесь еще и ручеечек очень приятный. Ну и в итоге нам остается построить декорации в лагерь. Это сцена, факела, еще всякая мелочь. Сегодня, кстати, мы еще сплели такие венки, которые будут висеть на деревьях. Вчера вырезали кусты, и много осталось, из них сделали. Получилось довольно красиво. Повесим их на деревьях, и это будет создавать дополнительную атмосферу в лагере. Еще купили разных гирлянд, лампочек, все подсветим, будет все светиться, чтобы было красиво и вам запомнилось. Ну все, на этом, наверное. Больше я уже действительно ничего вспомнить, кажется, не могу. Вроде бы все сказал о всех последних новостях. Увидимся на гонке. До скорых встреч. Осталось совсем чуть-чуть.